Эти сенсационные кадры демонстрируются впервые. Полностью покрытое мехом тело. Вытянутая, как бы изломанная фигура. Странная, нечеловеческая походка. Невероятное существо случайно попало в кадр. Евгений Ломакин во время похода в Саянах снимал берега реки. Он уверен, что это снежный человек. Близко. В то же самое время в России следы снежного человека были обнаружены на Ямале в пригороде Салехарда. На них наткнулись охотники. Следы в несколько раз больше человеческих. Вот, получается, человеческая нога, и сами посмотрите, какой размер тут ноги. Вот так вот тропа есть, идет тут. Наверное, он дошел до куда-то, развернулся и пошел обратно. Где-то, значит, возле города ходит. Далеко. Чаще всего о встречах со снежным человеком рассказывают горцы.